Повышенный спрос на поездки в южном направлении побудил РЖД запустить дополнительные поезда, рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов. На юг запущены даже немецкие «Амердорф», известные также как «Шоколадки». Старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, уточнил Пегов РИА Новости. В этих поездах другие тарифы, подчеркнул Пегов, цена на них ниже. А партнер выпуска – ресторан-отель «Белладжио». Ресторан-отель «Белладжио» – это превосходное место, где можно отлично отдохнуть всей семьей, отпраздновать любой праздник, посвятить свободное время любимым занятиям и активным развлечениям, оздоровиться на свежем воздухе и вдоволь поплавать в бассейне. На территории работает ресторан с банкетным залом, где подают вкусные блюда. Ресторан-отель «Белладжио», Анапа, Ленина, 216, 8-928-33-22-007.